Дорогие друзья, сегодня вновь считаю необходимым вернуться к трагическим событиям, происходящим на Донбассе, и ключевым вопросам обеспечения безопасности самой России. Начну с того, о чем говорил в своем обращении от 21 февраля текущего года. Речь о том, что вызывает у нас особую озабоченность и тревогу. В отношении нашей страны, о тех фундаментальных угрозах, которые из года в год, шаг за шагом, грубо и бесцеремонно создаются безответственными политиками на Западе, в отношении нашей страны. Имею в виду расширение блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к российским границам. Хорошо известно, что на протяжении 30 лет мы настойчиво и терпеливо пытались договориться с ведущими сторонами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. В ответ на наше предложение в отношении нашей страны мы постоянно сталкивались либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. А Североатлантический альянс тем временем, несмотря на все наши протесты и озабоченности, неуклонно расширяется. Военная машина движется. И, повторю, приближается к нашим границам вплотную. В отношении нашей страны.